а на наших экранах, уважаемые телезрители, итоговая таблица после 8-го этапа шоу «Ледниковый период». Лидируют Валерия Ланская и Алексей Ягудин. Их преследуют сразу три пары плотной группой. На последнем месте Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов. Из-за болезни Ирины паре было засчитано техническое поражение. А мне очень хочется пожелать Ирочке Лобачевой скорейшего выздоровления и возвращения в наш проект. Ирочка, нам вас очень не хватает.